بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину у Аллаха 99 имен, 100 без одного. Кто перечислит их, войдет в рай». Аллах всемогущий и преславный. Имя Аллах — это имя, которое указывает на значение Бога, достойного поклонения. Все его творения поклоняются ему с любовью, почтением и смирением и обращаются к нему во времена нужды и бедствий. Фактически, имя Аллах включает в себя все прекрасные имена Господа. Аллах. Аллах — имя собственное Бога, Господа и Царя людей, Творца всего сущего. Все остальные имена Аллаха являются атрибутами этого прекрасного имени. Имя Аллах включает в себя все смыслы и значения других имен и атрибутов, и этим оно превосходит все другие имена Всевышнего. Никто, кроме Аллаха, не заслуживает того, чтобы человек преклонялся перед ним, молился ему, любил его больше всего на свете, жил только ради него. Ар-Рахман. Это одно из величайших имен Аллаха, указывающее на обладание им совершенной и безграничной милости, несравнимой с милосердием людей и охватывающей все его творения. Это имя применимо лишь к Аллаху, и нельзя им называть кого-либо другого. Ар-Рахим. Это имя того, кто проявляет милость по отношению к своим творениям. Ар-Рахим проявляет особую милость к верующим в этой жизни, ведя их путями мира и благополучия, и в будущей жизни, когда ведет их в райские сады. Ар-Рауф. Проявляющий сострадание и жалость ко всем творениям в этой жизни и к некоторым из них в будущей жизни. Это имя Аллаха говорит о высшей степени сострадания. Кто добр к творениям Аллаха, Аллах будет добр к нему. Аль-Гани. Аллах не нуждается ни в одном из своих творений, потому что Он самодостаточный, не нуждающийся, богатый. Все творения нуждаются в Нем. Аль-Карим. Тот, кто наделяет многочисленными благами, у кого не уменьшаются блага, сколько бы он ни дал. Тот, чья щедрость абсолютна и не знает границ. Аль-Акрам. Аллах самый великодушный, никто не сравнится с ним в щедрости. В этом вопросе ему нет равных. Все благословения находятся в его руках. Все добро исходит от великого и преславного Аллаха по его милости. Аль-Вахаб. Дарующий, наделяющий своими дарами бескорыстно. Аллах бесконечно щедр, и его щедрость простирается на все его творения. Он дарует все, что пожелает, всякому, кому пожелает. Аль-Джавад. Нет никого щедрее Аллаха. Щедрость Аллаха преобладает над всем сущим. Он тот, кто наделяет своих творений благодатью, добротой и благословениями. Аль-Васия. Это имя указывает на всеобъемлющую власть, знание, милость и другие совершенные качества Аллаха. Аль-Малик. Он единственный правитель небес, земли и всего, что между ними. Тот, кто обладает полнейшей властью и мудростью, чьи приказы не оспариваются и чьей воле не противятся. Аль-Малик. Это имя указывает на величие щедрости Всевышнего и Пречистого Аллаха, его довольства, милости и снисходительности. Кроме того, это имя имеет более широкое и сильное значение, чем имя Аль-Малик. Аль-Куддус. Это тот, кому нет равных и подобных в его совершенстве, кто лишен любых пороков и недостатков, и благодаря этому заслуживает почитания и возвеличивания. Ас-Салям.
Тот, чья сущность, имена, эпитеты и действия пречисты, которому не присущи какие-либо изъяны и недостатки, свойственные творениям. Жизнь Всевышнего вечна. Он тот, кто дарует безопасность, защиту, спасение и мир. Аль-Му'мин. Верный своим обещаниям. Он тот, кто отправил пророков и ниспослал Писание, чтобы вывести людей из мрака к свету, чтобы они обрели спасение у Него. Он подтвердил правдивость пророков, явив через них великие чудеса и знамения, и не веровать в них может только упорствующий спесивец. Тех же, которые уверовали и поступают праведно, Он помещает под свою защиту и окружает их особой заботой, дарует им покой и безопасность. Аль-Мухеймин. Оберегающий все мироздание, который заботливо хранит и контролирует жизнь и деяния своих творений. Аль-Азиз. Могущественный, непобедимый, тот, кому нет равных в силе и могуществе, чьей воле невозможно противиться, кого невозможно одолеть или пересилить. Люди и другие творения тоже могут быть сильными и могучими, но только Аллаху эти качества присущи неизменно и в самой совершенной форме. Аль-Джаббар. Тот, кто обладает безграничной силой и мощью, что приводит ему в подчинение все создания. Тот, чья сила и могущество охватывают все сущее. По его воле бедные становятся богатыми, больные выздоравливают. Он тот, кто прощает грешников и облегчает невзгоды. Аль-Мутакаббир. Тот, кто величавее всех творений и превыше любых недостатков и любого сходства с творениями. Кто горделиво возвышается над сотворенным миром и унижает любого, кто пытается возвыситься в нем. Могущество, величие, величавость – это качество Всевышнего Аллаха, и никто из творений не имеет права претендовать на них. Даже малая капля высокомерия, тщеславия или горделивости может погубить верующего. Аль-Кабир. Тот, у кого нет подобия, и которого никто и ничто не может ослабить. Нет никого и ничего более великого, чем он. Не нуждающийся ни в чем. Тот, с которым нет сходных. Аль-Мутаали. Всевышний, высочайший. Тот, кто выше всех измышлений, всех сомнений, возникающих у творений. Тот, кто превыше всех категорий, доступных пониманию разумом сотворенных. Ар-Рабб. Господь, повелитель и властитель всего сущего, который управляет и властвует мирами. Он тот, кто наделяет свои творения бесчисленными благами. Он переводит их из одного состояния в другое. Это имя Аллаха указывает не на один смысл, а на совокупность смыслов. Обладатель господства над всеми созданиями, владелец, полновластный распорядитель, управитель. Аль-Азим. Всевышний, великий, тот, величию которого нет границ. Тот, чью сущность и величие не в силах постичь никто из творений. Поэтому важно, чтобы его создания прославляли его и не умаляли значимость его заповедей и запретов. Аль-Муктадир. Могущественный, тот, кто устраивает все дела для творений наилучшим образом. Тот, кто владеет всей силой и могуществом в самом широком и самом сильном значении этого слова. Аль-Кадир. Тот, кто обладает безграничной мощью и совершенной властью и знаниями для того, чтобы делать все, что пожелает, так, как пожелает. Аль-Кадир. Тот, для которого нет ничего невозможного. Ничто и никто на небесах и на земле не сравнимо с ним. Он мощен создать бытие из небытия и может ввергнуть его в небытие. Аль-Халляк. Творец, создатель, сотворивший все сущее в наилучшем виде,
Это имя указывает на совершенство всего, что сотворил и продолжает создавать Всевышний и Пречистый Аллах. Аль-Халик. Он творец всего сущего, творящий по-настоящему, без примера и прообраза, творящий вещи, не имеющие подобия в их подлинности. Аль-Бари. Тот, кто создает из небытия в соответствии с задуманным. И эта способность присуща только Всевышнему Аллаху. Никто, кроме Аллаха, не может осуществить свой замысел в точности так, как было задумано. Он создает в точности то, что он задумал и пожелал, и все созданное им имеет смысл и предназначение. Аль-Мусауир. Тот, кто создает и придает облик и форму своим творениям, дает каждому свой индивидуальный образ, который отличается от других. Все его творения имеют совершенный и отличный облик. Всевышний Аллах идеально определил образ и форму каждому. Аль-Ауаль. Он первый, тот, кто предшествует всем творениям во времени. Он был, когда ничего не было. Его не охватывает время, как оно охватывает его творение. Он сам есть время. Ему принадлежит главенство в описании, в совершенстве. Он не похож ни на кого из своих творений. Аль-Ахир. Он последний. Тот, чьему существованию нет конца и после которого не может быть ничего. Имя Аль-Ахир напоминает о том, что все на земле заканчивается и возвращается к Пречистому и Всемогущему Аллаху и зависит от его воли. Аль-Захир. Тот, кто выше всего остального, кто всегда одерживает верх и обладает самыми превосходными качествами, чье существование и совершенство очевидны каждому разумному человеку. Аль-Батин. Тот, кто скрыт от взоров творений в этом мире и кого взоры не смогут объять в мире вечном, кто ближе всех к своим творениям и знает их самые сокровенные тайны, кто поддерживает их изнутри и одаривает их благами, о которых они даже не подозревают. Ас-Сами. Тот, кто объемлет слухом все, что можно услышать. Он слышит любые тайные и явные звуки, а также громкие и приглушенные голоса, различая их совершенным образом. Он слышит их все без исключения, не запутываясь в них, несмотря на их многочисленность. Он слышит голоса на любых языках, близкие и отдаленные, тайные и громкие. Аллах слышит и внимает тем, кто просит Его, поклоняется Ему и обращается к Нему с молитвами. Аль-Басир. Видящий все явное, открытое, и тайное, сокрытое. Тот, для кого не существует невидимое среди видимого, объемлющий своим взором даже самое мельчайшее. Аль-Афу. Тот, чьим неотъемлемым качеством во все времена остается снисходительность и всепрощение. Тот, в снисходительности и прощении, милости и великодушии которого нуждаются все существа. Он не наказывает грешника, даже если тот заслуживает наказания. Аль-Гафур. Прощающий грехи людей, несмотря на их обилие. Скрывающий грехи своих рабов и одевающий их в одежду своей милости и доброты. Не показывающий дела своего раба другим созданиям и не срывающий завес из греха своим наказанием, которое опозорило бы грешника перед людьми. Аль-Гаффар. Премного прощающий, тот, кто является единственным прощающим, тот, кто прощает грехи своим рабам, не укоряя их. Скрывающий грехи и проступки верующего от посторонних, скрывающий грехи в мирской жизни и воздерживающийся от воздаяния за грехи в жизни будущей, делающий явными прекрасные черты своих рабов и покрывающий их недостатки.
«Ас-Ситтир» – «Тот, кто покрывает грехи мусульманина и не позорит его среди людей». Тот, кто любит скрывать грехи своего раба и других. Аль-Халим. Тот, кто не торопится с наказанием грешников и ослушников, имея возможность покарать их. Кто управляет мирами кротко и великодушно, одаряя благами даже грешников и давая им отсрочку, чтобы они могли покаяться и исправиться. Аль-Латиф. Это имя указывает на то, что Аллах объемлет знанием все сущее, ведая о сокровенных тайнах и утаенных помыслах. Ему известно то, что кроется в сердцах, и то, что сокрыто от взоров. Он знает обо всем сущем в мельчайших подробностях. Аллах добр к своим любимым рабам. Он желает довести до конца свое благодеяние по отношению к ним, одарить их по своей щедрости, поселить их в вышних горницах, облегчить им путь к наилегчайшему и отдалить их от всего обременительного. Аль-Джамиль. Поистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Он украшающий, делающий все прекрасным. Он обладатель прекрасных имен. Аль-Али и Аль-Аля. Тот, чье величие непостижимо высоко и у которого нет равных, соперников и сотоварищей. Его высокое положение проявляется в его абсолютной власти, ибо он единственный, всемогущий. Своим могуществом и возвышенностью над всеми он покоряет творение. Аль-Витр. Единственный, тот, у кого нет сотоварища и подобного ему. Аль-Вахид и Аль-Ахад. Он один, единый и единственный. Он тот, кто существовал, когда не было никого, кроме него, кто не имеет себе равных и подобных, кто один обладает всеми качествами совершенства и не разделяет их ни с кем другим, кто один заслуживает обожествления и поклонения. Ас-Самад. Извечный, устраняющий любые нужды и тяготы. Тот, которому подчинены все. Тот, в ком нуждаются все, а он не нуждается ни в ком и ни в чем. Ас-Сайид. Он единственный господин, всемогущий и благословенный. Ему одному принадлежит власть над всем, что он создал. Аль-Кахир и Аль-Кахар. Тот, кому покорены все творения, независимо от их желаний. Он подчиняет всех своей воле. Он господствующий и властвующий над всем сущим. Аль-Кахар – это более властная и возвышенная форма имени Аль-Кахир. Аль-Хакка. Аллах есть истина. Он тот, чьи качества и божественная сущность истинны. Его слова – истина, его деяния – истина, встреча с ним и его посланниками – истина. Его писание – истина, его религия – истина. Поклонение ему одному и непризнание наряду с ним никаких сотоварищей – тоже истина. И все, что связано с ним, есть истина. Аль-Мубин. Абсолютно истинный – тот, кто не скрывается. Творец не скрыт, поскольку на него, то есть его существование, указывают его действия. Нет равных его действиям, мудрости и милосердию. Он ясно показывает своим творением путь к успеху и пути заблуждения. Аль-Кауи. Он обладатель полной и совершенной мощи над всем сотворенным. Тот, чье могущество не убавляется ни от сотворения вещей, ни от их уничтожения. Тот, у кого сила выше всякой другой силы. Тот, кого не охватывает усталость. Ничто на земле или на небесах не может достичь его. Аль-Матин. Обладатель великой силы, не нуждающийся в помощи и средствах для осуществления своих решений. Обладающий непостижимой разумом прочностью и стойкостью.
«Аль-Хайй» – стыдливый, стеснительный. Тот, у кого есть качество стеснительности, стыдливости, подобающие его образу величия. Его стыдливость чиста и возвышена, благородна, добра, щедра и необъятна. «Аль-Хайй» – тот, жизни которого нет начала и нет конца. Тот, кто всегда был живым и останется навечно живым. Тот, из чьей жизни проистекает жизнь всех живых существ, без чего их существование было бы невозможным. Живой, который не умирает, не спит, не печалится и не болеет. Аль-Кайюм. Он самостоятельный, самодостаточный. Независимый ни от кого и ни от чего. Владеющий знанием обо всем, заботящийся обо всем, установившийся и существующий сам по себе, поддерживающий жизнь творений, благодаря которому существует все. Тот, кто ни в ком и ни в чем не нуждается, а все остальное нуждается в нем. Аш-Шакир Аш-Шакур. Признательный, благодарный, вознаграждающий. Вознаграждающий больше заслуженного. Он принимает и вознаграждает за праведные дела, даже если они незначительны. Дарующий вознаграждение тем, кто служит ему с искренним намерением. Аш-Шакур – более величественная форма имени. Аль-Фаттах – открывающий то, что скрыто от рабов в их религии и мирской жизни. Тот, у кого ключи от сокровенных знаний и небесных благ. Тот, кто открывает врата добра и блага для удовлетворения потребностей. Раскрывающий сердца верующих для познания его и любви к нему. Аль-Алим. Всезнающий. Тот, кто знает явное и тайное обо всех творениях, обо всем, что было, есть и будет. И о том, чего никогда не будет, и каким оно могло быть. Божественное знание абсолютно и безупречно, и Господь руководствуется им, создавая творение и принимая решения. Аль-Хаким. Тот, у кого все дела и решения правильные, справедливые и мудрые. Он знает суть, внутреннее содержание всех дел. Он вершит все согласно своей великой мудрости, тот, чьи действия безупречны и всегда точно соответствуют его знанию и воле. Аль-Хакам. Тот, чьим неотъемлемым качеством является справедливость, чьи деяния, слова и решения абсолютно беспристрастны. Его речи правдивы, а деяния исполнены справедливости и милости. Каждый из его поступков правильный, а каждое из его решений, разрешающее споры между рабами, справедливо. Его решение нисколько не ущемляет права рабов, и то же самое можно сказать о Божьих законах возмездия, награде и наказании. Аль-Хабир. Тот, от чьих знаний ничто не уходит, не отдаляется. Абсолютно осведомленный, ведущий обо всем, что было и что будет. Сведущий о самом сокровенном, о самой скрытой, глубинной сути всего сущего. Ат-Тауаб. Он тот, кто вселяет в сердца рабов желание вернуться к нему и покаяться, выполнив все обязательные условия, то есть прекратив грешить, искренне пожалев о содеянном, твердо решив не возвращаться к этому и совершив вместо него добрые дела. Он принимает искренние покаяния рабов, внимая их просьбам, и стирает совершенные ими ранее грехи. Аль-Кариб. Близкий к тем, кто взывает к нему. Он близок ко всему, что создал. Он окружает свои творения и знает о состоянии каждого. Он близок к своим верующим рабам, отвечая на их мольбы и защищая их. Аль-Вадуд. Он любит тех, кто боится его, направляющий праведников к своей милости и довольству.
единственный, ради обретения любви и дружбы которого нужно усердствовать. Он, любящий своих праведных рабов и ниспосылающий им свою милость. Аль-Муджиб. Отвечающий на мольбы просящих и мольбы молящихся еще до того, как постигнет нужда. Дарующий благо своему рабу еще до того, как он обратится к нему. Удовлетворяющий нужды нуждающихся. Он — единственный, кого следует просить. Аль-Вали. Он — поручитель, охраняющий благочестивых, друг достойным своим рабам, благоприятствующий подчинившимся. Он помогает тем, кто любит его, укрощающий врагов, поручающийся за деяния созданий, охраняющий свои творения. Аль-Мауля. Он — владыка, помогающий и охраняющий, друг и покровитель верующих. Он тот, кто открывает верующим благие пути и делает их успешными в делах. Аль-Хамид. Достойный всех похвал по причине своего совершенства, за то, что обладает прекрасными именами и совершенными возвышенными качествами. Его атрибуты славны и прекрасны. Он достоин того, чтобы все творения восхваляли и благодарили его в любое время, каждое мгновение. Ан-Насир. Единственный помощник и покровитель людей. Он напоминает нам, что истинная помощь и победа исходят исключительно от него. Если Аллах коснется нас вредом, то никто, кроме него, не избавит нас от этого. Если Он пожелает одарить нас добром, то никто не отвратит его. Аль-Маджид. Он обладатель прекрасного величия и благородности, проявляющий щедрость и милость по отношению к своим рабам. Тот, у кого атрибуты и дела велики и совершенны. Тот, чей сан возвышен и велик. Аш-Шахид. Он свидетель всего происходящего, от которого не может утаиться ни одно событие, сколь малым и ничтожным бы оно ни было. Зорко и бдительно следящий за миром. Тот, от кого ничто не скроется. Аль-Мукаддиму валь-Муахир. Он выдвигающий вперед своих достойных рабов и все то, что должно быть впереди. Он — отодвигающий тех, кто не уверовал, выдвигающий вперед достойных рабов своих, располагающий творение ближе и дальше, раньше и позже, как пожелает, выбирающий для каждого творения последовательность, время, его количественные и качественные характеристики в соответствии со своим знанием, своей волей и милосердием. Аль-Мусайр. Он тот, кто увеличивает или уменьшает цену, степень и влияние вещей. Вещи становятся ценными или обесцениваются, в зависимости от его мудрости и знаний. Аль-Кабиду валь-Басит. Он одаряющий и лишающий. Никто не одарит тем, чего лишил Аллах, и никто не лишит того, чем наделил Он. Расширяющий сердца по своему благоволению, приумножающий удел тех, кого пожелает, владеющий благодеяниями своих искренних рабов и принимающий их служение, удерживающий сердца грешников и лишающий их возможности познать его из-за их непокорности и высокомерия. Аль-Мо'ты. Он одаряющий, единственный, в чьей власти давать и отбирать. Никто не лишит человека того, что даровано Аллахом, и никто не даст человеку того, чего Аллах его лишил. Нет пределов тому, что он дает. Его щедрость распространяется на любого, кому он пожелает. Он создал человека и дал ему все, что есть в этом мире и в будущей жизни. Ад-Дайян. Он — судья, могущественный. Он тот, кто судит людей и наказывает их в соответствии с их поступками. Если поступок хороший, награда за него увеличивается. Если поступок дурной,
он накажет или простит раба своего по своей милости. Аль-Маннан. Он тот, кто щедро наделяет благами и дарами раньше, чем его попросят. Он добр к своим творениям, ниспосылает им всяческие дары и наделяет всем необходимым. Он особенно милостив к своим благочестивым рабам, которых он наставляет на истинную веру. Ар-Разик. Кормилец. Он, наделяющий бесчисленным уделом, создающий уделы и средства для своих творений без каких-либо затруднений, обременений и без привлечения чьей-либо помощи. Ар-Разак. Он, наделяющий уделом, дарующий свои блага на пользу всем своим созданиям. Он облегчил им поиски пропитания и позволил их организмам усваивать его. Он доставляет все необходимые вещества к каждому из органов, независимо от его величины. Все это относится к праведникам и грешникам, мусульманам и неверующим. Более того, это относится ко всем людям, джиннам, ангелам и животным. Он, наделяющий бесчисленным уделом, создающий уделы и средства для них без каких-либо затруднений, обременений и без привлечения чьей-либо помощи. Аль-Хафиз. Он тот, кто оберегает рабов от всего, что им ненавистно. Он облегчает им поиски пропитания, оберегает их жилище, наставляет их на путь, ведущий к нему, и указывает на то, что приносит им пользу. Ему известно обо всех поступках, совершенных ими явно и тайно, и все они записаны в хранимой скрижали. Он ведает о степени тяжести и превосходства человеческих поступков, их совершенстве и недостатках, а также размерах той награды и того наказания, которое они заслужили. Ар-Ракиб. Он, наблюдающий за всем, не упуская даже самой малой частицы, держащий под контролем все процессы и действия, отмечающий все деяния, оберегающий, от которого ничто не скроется, тот, чье знание абсолютно, кто не забывает и не проявляет невнимательность ни в чем. Он является единственным источником всех знаний. Ни одно существо без его видения не может сделать что-либо. Таково установление Господа. Аль-Вакиль. Он – поручитель, распорядитель. Тот, в распоряжении которого находятся все дела всего сущего, выполняющий дела всего сотворенного как в этом, так и в следующем мирах. Улаживающий самым лучшим образом все дела, с которыми взывают к нему его рабы. Тот, на кого единственно следует полагаться. Аль-Мухсин. Совершающий благое, дающий, дарующий. Он благословляет все, что он создал своими бесчисленными благословениями. Он благодетель, добрый помощник и сторонник для своих творений. Он проявляет доброту и благодеяние ко всему, что он создал. Аль-Хасиб. Он достаточный для своих рабов и всякому, кто на него уповает, дающий своим творениям все необходимое из того, в чем они нуждаются, насыщающий своих рабов милостью и отводящий их от беды. Тот, в ком нуждаются все его творения, требующий отчета у своих рабов в судный день о том, что они совершали в каждую секунду отпущенного им времени. Аш-Шафи. Исцеляющий. Он лечит сердца и тела от болезней. Он дающий, дарующий исцеление, освобождающий от того, что беспокоит и приносит боль. Исцеление и облегчение находятся только в его руках. Он целитель. Нет исцеления, кроме его исцеления. Ар-Рафик. Мягкий, добрый. Он мог создать мгновенно все сущее, но он – тот, кто создал все поэтапно по милости своей. Он нежен и добр со своими творениями, потому что не взваливает на них того, что они не могут взять на себя.
Он свободен от всех недостатков и любит тех, кто добр к другим. Он тот, чья милость, доброта и мягкость безграничны. Ас-Суббух. Он тот, кто является безупречным, совершенным и лишен любых недостатков. Его творения обладают качествами совершенства, которыми Он их одарил. Безусловно, Господь, который наделяет свои творения качествами совершенства, в еще большей степени достоин обладать такими качествами. Аль-Мукит. Он тот, кто наделяет свои творения всем необходимым для их существования, ровно в том количестве, какое им необходимо. Распоряжающийся всем необходимым для жизнеобеспечения, дающий помощь и пропитание. Ат-Тайиб. Тот, кто далек от всех недостатков и изъянов. Ему принадлежит безграничная красота и совершенство, и он дарует множество благословений своим созданиям. Он тот, которому нет равных, которому нет подобных ни в сущности, ни в атрибутах, ни в повелениях, ни в решениях, ни в творениях. Аль-Варид. Тот, у кого остается вся власть после исчезновения его творений, остающийся навечно, которому остается наследство всех его творений, истинный владелец всего сущего, наследующий все мироздание после его уничтожения в день страшного суда. Аль-Хади. Ведущий прямым путем, наставляющий своих рабов на путь истинный, указывающий своим рабам на все, что может принести им пользу и уберечь от вреда, внушающий рабам богобоязненность и делающий их сердца стремящимися к Нему и покорными Его воле, указывающий на спасительный путь, дающий истинную веру. Аль-Барр. Он тот, кто даровал щедрости своим созданиям. Он, делающий добро для своих рабов, милостивый к ним, дающий тем, кто просит, проявляя милость к ним, верный договору, обещанию для созданных. Аль-Мухит. Он всеобъемлющий. Он тот, кто объемлет абсолютно все своим совершенным знанием, своей силой и величием. Он объял все своим могуществом, и никто не может выйти за пределы его владений.